сорт сладкого перца. Это сорт называется Рамирос. Этот вид перчик относится к виду Capsicum annuum. Это вот такие вот ярко-красные плоды. Смотрите, ребята, какой размер у него. Он очень и очень тяжелый. Вообще такой толстостенный, прямо вообще супер. Вот, смотрите, размер плода. Посмотрите на мою руку и посмотрите на эти плоды. Размер плодов. Они бедно у меня в землю пофрузали. А вот эти, смотрите, какие. Вы посмотрите размер плодов какой. Вот, гляньте, какой перец. Эти плоды могут быть весом от 100 до 120 грамм. Если их будете выращивать в теплицах, такой перчик может достигать до 180 грамм. Одна штучка. Он созревает от зеленого цвета, вот такого, переходит на красный. Плоды очень и очень толстостенные, невероятно толстые и очень мясистые. Просто бесподобный сорт сладкого перца. Этот перчик родом из Испании. Высота растения может быть от 50 до 1 метра. У меня где-то в пределах 50 сантиметров. Этот сорт очень и очень высокоурожайный. Плоды могут достигать длину до 25 сантиметров. Срок созревания этого перца 80-90 дней. Плоды содержат в 2 раза больше сахара, чем у обычного болгарского перца. И потому обладают прекрасным сладким вкусом. Этот перец неприхотливый. Растет в любых условиях. Вот посмотрите, какие плоды. Хотя в этом году, я же говорю, что у меня большинство перцев остановились в росте. Потому что было очень холодно. 2 месяца весны. Это были затяжные дожди. Ночью была температура 8-10 градусов. Перчики некоторые вообще там по 20 сантиметров, которые должны быть там, к примеру, метром, метр там, 70 сантиметров высоту. Они у меня там по 20, по 30 сантиметров. А этот перец при любых условиях, он имеет свою высоту 70 сантиметров, 50-70 сантиметров. И очень и очень высокоурожайный. Если посмотреть, вот смотрите, он до сих пор вяжет. Если у вас теплица хорошая, этот перец будет очень и очень долго плодоносить. Ну, плоды, конечно, вообще суперские. Толщина у них просто нереальная. Так что, ребята, советую. Это единственный сладкий сорт, который у нас есть. Я его взял за счет того, что очень крупные плоды. Очень-очень крупные. Эти плоды, смотрите, какие. Сейчас мы сорвем один. Это не очень большой. И вот такой он сверху, видите? Он еще не полностью вызрел. Но перец просто бесподобный. Просто бесподобный. И вот смотрите, смотрите, какая толщина у них. Просто бесподобные перчики. Так что советую. Если вам понравился этот сорт, вы можете заказать его у нас. Каталог семян вы можете найти под этим видео в верхней строке комментариев. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить очень большое количество видеообзоров томатов и острого перца.